Награда нашла своих обладателей. В редакции нашего телеканала подвели итоги конкурса «Встречай лето с ЛРТ». Сотрудники компании наградили победителей и призеров, познакомились с ними поближе и узнали, почему они решили поучаствовать в этой акции. Встретить лето ярко канал ЛРТ предложил еще в мае. Целый месяц наши зрители добавляли в конкурсный альбом ВКонтакте свои селфи на фоне телеканала, а их друзья ставили им лайки. Ведь от их количества зависел исход голосования. Но сотрудники ЛРТ на этом не остановились, выбрали и то фото, которое им понравилось больше всего. Наградили призера подарками с символикой ЛРТ. И она настолько милая, она настолько с задумкой и в костюме, и это все так искренне. И мы не смогли удержаться, хотя пустячок, наверное, но я думаю, с всей души приз наших симпатий вам. Наталья Копылова и ее сын Арсений участвовали в параде колясок в Люберцах. Попали в объектив нашей камеры, и вот уже отличный ход для оригинального селфи. В итоге получилось, как говорится в знаменитом мультфильме, нашу маму и тут, и там показывают. Получилось. Все легко, просто сфотографировались, ждали именно эфира, который будет в 19:30, звонила в ЛРТ вам в студию. Вот. И таким образом мы сфотографировались на фоне, успели, словили момент. Счастливым обладателям призов провели небольшую экскурсию по телеканалу. Показали то, что обычным зрителям видеть еще не приходилось. Особенно Копыловых впечатлила виртуальная студия. Арсений, ты посмотри, до чего техника-то у нас дошла. Стоит отметить, что при определении победителей учитывались только лайки от подписчиков нашего сообщества. Среди участников оказались как люберчане, так и те, кто живут в разных уголках нашей необъятной родины. Здравствуйте! Вы нас видите? По итогам конкурса второе место у Заиры Умхановой из Чечни. Беспроводные стильные наушники отправятся прямиком в солнечный Грозный. Девушка не смогла приехать в Люберцы, однако век информационных технологий – это не проблема. Участвую я как бы любитель участвовать в конкурсах, и как бы в ленте убиваю, ищу конкурсы. Это мой подарочек, наверное. Да, это то, что вы заслужили, это то, что вы выиграли. Другой приз отправился в город-герой Смоленск. Еще одни наушники выиграла Валентина Коптенко. Обладательница третьего места оказалась весьма креативной, подкинула нашему каналу интересную идею для следующего конкурса. Кто снимет самое интересное видео? Тоже поучаствовал бы с удовольствием. А какие бы видео, возможно, вы хотели бы снимать? Ну, вот у вас телеканал, правильно. Вам, может быть, интересно по какие-то новости, например. Кто интересную самую новость преподнесет. Может быть, о городе, может, вообще какую-нибудь историю снимет. А главный приз – стильный планшет Lenovo – достался Лилии Прониной. За ним победительница фотоконкурса приехала из подмосковного Чехова. Бонусом к подарку лидер конкурса тоже получила познавательную экскурсию по телекомпании. Очень понравилась ваша социальная сеть. Очень развитая, интересная, очень много информации полезной. Желаю вам процветания в дальнейшем. Вот. Желаю, чтобы у вас было больше подписчиков и как можно больше лайков, как у меня. Любви вам и здоровья. Всего самого наилучшего, теплого, светлого, и чтобы скорее настало лето, да, как конкурс. Ну что ж, друзья, на этом наши розыгрыши не заканчиваются. Впереди вас ждут не менее интересные конкурсы от нашего телеканала. Следите за новостями ЛРТ. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ.